Летом текущего года в полицию межмуниципального отдела МВД России Ленинск-Кузнецкий от представителей торговых точек стали поступать заявления о кражах. Неизвестный похищал из магазинов сыры, мясо, кассеты для бритвенного станка и обувь, после чего скрывался. Общая сумма причиненного ущерба составила более 3 500 рублей. Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что хищение совершал один и тот же злоумышленник. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказалось неработающий местный житель. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело. В ходе дознания установлено, что похищенное имущество фигурант продавал на улице прохожим. Уголовное дело вместе с обвинительным актом направлено на рассмотрение в суд.